Стартовал всероссийский конкурс фоторабот «Города России», для участия в котором необходимо прислать фотографию с изображением достопримечательности узнаваемого места или панорамы одного из городов России. Лучшие фотоработы станут настоящими открытками, которые поступят в продажу. Подробнее о конкурсе, авторских правах и технических требованиях к фотографиям можно узнать в регламенте, ссылку на который можно найти в официальных группах Почты России в социальных сетях. Видновская прокуратура сообщает о последних изменениях в правилах дорожного движения. В случае управления транспортным средством, на котором установлен опознавательный знак «инвалид», водитель теперь обязан иметь при себе и по требованию сотрудника полиции передавать им для проверки документ, подтверждающий факт установления инвалидности. Данные изменения внесены постановлением правительства и вступили в силу 6 февраля 2016 года. «Видные зимние наши». Под таким названием пройдет районный спортивный праздник 21 февраля в 11 часов во дворце спорта «Видное». В мероприятии примут участие легендарные спортсмены и тренеры, представители спортивных команд городских и сельских поселений, жители и гости Ленинского района. Сегодня в 20:15 на нашем канале состоится прямой эфир с директором филиала номер 42 Государственного учреждения Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Галиной Набатчиковой. Вопросы можно задать по телефону 541-2540 и 541-2525.